Доброе утро. Да, я заспанная. Ой, до самой ночи смотрела кино. Ну, не до совсем до ночи, где-то часа в 2 ночи легла. Хотелось мне посмотреть сериал, начала новый сериал смотреть. И как раз у меня в духовке там стояла буженина вкусная. Кто меня просил, обязательно заходите на кулинарный канал. Скоро будет видеорецепт с этой куриной бужениной. Сейчас хочу что-нибудь позавтракать. Погода сегодня замечательная, но, скорее всего, никуда не пойду. Болит вся челюсть. Вчера у меня был поздний прием у стоматолога. Сделала я, наконец-то, все зубы. И вчера была такая финальная чистка. До сих пор все болит. Неприятная эта процедура, хочу сказать. Но я уже делаю это не первый раз. У этого врача первый раз делаю, и она мне такая говорит, это так неприятно, это такая неприятная процедура. Я говорю, я уже делала. И до сих пор такое ощущение, как будто неправильный прикус, да? Но я очень рада, что эта эпопея закончилась. Она сказала все, почистила мне все мои зубки. И сказала, теперь только приходить там через какое-то время на вот этот вот диспанс-осмотр. Вот. Ну, если не случится, конечно, ничего. Вот. Поэтому я очень рада. И вообще я к зубному хожу как на праздник. Любите ли вы стоматологов? Ходите ли вы туда как на праздник? В принципе, я лично я не считаю ничего в этом такого. И с самого детства, я помню, у нас даже в школе был зубной кабинет. И вот с самого детства я прям бежала к стоматологу. Поэтому не пренебрегайте своими зубами. Ой, такое ощущение. Вот. Неприятная процедура. Но кто проходил эту процедуру чистки, тот это знает. Все, мои хорошие, сейчас буду завтракать. Да, погода замечательная, но пасмурновато, пасмурновато. Что-то мне захотелось на завтрак яичницу. Вчера, потому что вечером я ничего не ела, в рот ничего не лезло. Купила, потом уже, когда возвращалась от зубного, купила пудинг с белорусской лавки. Думала, съем пудинг, но ничего не лезло, очень неприятно было во рту. Надо чайник, надо уже чайник мыть. И поэтому даже не стала есть пудинг. Потом уже чуть попозже попила чай. Но после этой процедуры у меня всегда такое ощущение, что у меня весь рот болит и от горячего, и от холодного, и от воздуха, который в рот попадает, когда дышишь. Ну, потом это проходит. И вот сейчас тоже немножко такое странное ощущение во рту, как будто рот не твой. Что я хочу сделать? Что-то я так хочу яичницу. Вот прям яичницу глазунью. Давно я не делала. Давно я не ела такую яишенку. Сейчас я протру сковородку. Не буду мыть, яичницу пожарю и уж потом помою. Она у меня, в принципе, такая чистенькая. Так, это моя вот эта новая сковородочка. Замечательная погода. Просто замечательная. Хочется, конечно, погулять, но пока у меня нет такой возможности. Пойду гулять в конце недели. Сосиска. Немного масла, прям совсем чуть-чуть. Ой, главное не перелить. Я прям не люблю яичницу в большом количестве масла. Сейчас я вот так прям чисто салфеточкой размажу и все. Не нужно мне. Зачем нам с вами жирное? Можно было приготовить яйца. Я видела в интернете такой очень интересный рецепт. Когда их в силиконовую формочку и потом запекают либо в духовке, либо вот в той же сковородке, наливают воды и запекают как бы на пару.
эти яйца. Надо как-нибудь с вами вместе попробовать. Тоже наливается вода, яйцо разбивается в силиконовую формочку и закрывается крышкой, как бы ставится в сковородку в эту воду, силиконовая формочка. И вот так вот интересно запекается. Я еще ни разу так не делала. Но смотрю, сейчас все больше и больше видеорецептов появляется с такими яйцами. Но сегодня мне хочется именно глазунью такую с сосисками. Прям дворянский завтрак. Из двух яиц. Вот так из сосисок делаю. Я их так всегда разрезаю. Как бы делаю такие ротики им. Такие ротики. Ну, их еще по-разному называют. Ротики, осьминожки. И два яйца. Накрою сейчас крышкой. Не знаю, что сегодня буду готовить. У меня, в принципе, есть вот эта куриная буженина. Ее можно и так есть, можно и на бутербродик. Сейчас и сосиски поджарятся, и я сюда брошу два яйца. Такие крупные, хорошие яйца. Прям очень крупные. Обязательно, когда пойду в Евроспар, буду брать еще. Сосиски прям не хотят жариться, я их прикрою вот так крышкой. Я вчера еще перед стоматологом сбегала в Wildberries, забрала раскрасочки. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь яиц у меня осталось. Сейчас покажу вам, какие я яйца покупаю. Подсела вот на эти яйца, потому что они хорошие, крупные. Белые мне понравились. Вот такие яйца Спар, категория С0, куриная белая. Вот. Сейчас включу в холодильник. Забрала раскраски. Сниму видео. Хобби покупки обязательно. Смотрите, не хочет зажариться сосиски. А, вот, пошли. Еще хотела сделать себе бутерброды с маслом и с вареницем. Мои любимые бутерброды, но думаю, пока достаточно. Пока яичница. И хватит. Нельзя объедаться. Я как раз сейчас там смотрю кино. Буквально на днях начала смотреть сериал. Старенький уже сериальчик, да. Но я такого плана люблю. Мой любимый. Называется «Без следа». Вот. Я такие сериалы обожаю. О. Посмотрим. Я яйца ищу. Вообще я яйца жареные ем, наверное, может быть, раз в 5 лет. Поэтому еще яйца не жарила. Посмотрим. Надеюсь, они не будут к этой сковородке прилипать. Так, чуть-чуть еще масла. И сюда как раз яйца положу на масло. Тяжелая сковорода. И не менее тяжелая крышка. Но я очень довольна.
Все, разбиваю, выливаю яйца. Немножко соли на белок. Чтобы яйцо не было такое пресное. И прикрываю крышкой. Сейчас покажу. Ой! Ну разве не вкуснятина? Смотрите, какая красота. Так что моя эпопея с зубками закончилась. Так, кофе. Покажу вам рецепт шикарного кофе. Надо снять вам, показать. Уже все ингредиенты купила. И все, никак нету времени. То одно, то другое. Сосиски так ароматно пахнут. Обожаю на завтрак запах кофе. Ой, такие поджаренные сосиски. Так, ну я смотрю, яйца даже не прилипли к сковородке. А ну-ка. Да, вообще не прилипли. Но я и много масла не наливала. Кофе. Кофе у меня с молоком, как обычно, без сахара. Может быть, кого-то тоже соблазню пить кофе без сахара. Ай! Вот это я сильно насадила. Ох, посмотрите, как сильно насадила. Не могу снять носик. Ага. Это он прикипел. Ой. Ароматный, вкусный кофе. Смотрите, какая красота. Да? Такой у меня завтрак. Яичница, глазунья. Вот такую глазунью я люблю. Так, как бы ее... аккуратно выложить. Прям ползает по сковородке. У меня была такая сковородка, что я с ней только не делала. Прилипают яйца вообще, не отодрать было ничем. Ни о какой, соответственно, яичнице глазуньи речи быть просто не могло. О, посмотрите, какая красота. Я это... не часто. Жареная яичница — это не для меня, не про меня, да, но она у меня не жирная. Я больше предпочитаю, вообще яйца я люблю, вареные всмятку, потом я очень люблю омлет паровой, духовой, очень вкусно, тоже иной раз делаю, и даже у меня на канале вы можете видеть такие рецепты омлета. О, вот такая как совушка, смотрите. Ага, красиво, да? Вот. У меня на канале даже есть такие рецептики с разнообразными начинками, с цветной капустой. Очень люблю именно омлет из духовочки. Ну, моя красавица кушает. И вот такие вот интересные сосисочки. Можно было еще длиннее разрезать и как бы сделать такие осьминожки. Вот. Все, мои хорошие, я сейчас уношу яйца.
еще на желточек можно перчику. Молотый перец способствует похудению. А, вон она пошла, вон она. Поэтому вот так на желток. Я желток не солю, я подсаливаю чуть-чуть только белок. Иногда яйца вообще не солю. И вот на желток чуть-чуть перца. Вот такая красота. Пойду принесу молока. Так что доброго всем утра, хорошего всем дня. Я только ради этого и выхожу, чтобы пожелать вам доброго утра. Чтобы не было прекрасного кофе, хорошего завтрака. Молоко, как всегда, без сахара. Может, кого-то тоже соблазнило пить кофе без сахара. Я этому буду очень рада. Я уже много-много лет пью. Зато я чувствую вкус кофе. Вот я покупаю иной раз, сейчас я в основном стараюсь покупать одно, вот, один кофе, да. Но раньше покупала и Якобс Монарх, и, в общем, что по акции вижу, брала. И я хоть чувствую, что кофе разное на вкус. Попробуйте пить кофе без сахара, и тем более без сахарозаменителя. Прекрасный день, прекрасный завтрак. Всем огромное спасибо, что были со мной эти минуты. Пойду завтракать. Пойду завтракать. Включу кино. Какой-то такой день. И вообще, я вот вчера даже заметила, сидела пока у стоматолога, ждала своей очереди, потому что я приезжаю всегда чуть пораньше, чтобы не быть какой-то там взмыленной, замыленной. Приезжаю пораньше, там беру талончик, сдаю куртку, вот, сажусь в очередь. Очереди нет, потому что все по времени, все по талончикам у нас, в принципе, очень хорошо. Сажусь, жду своего времени по очереди. И вчера заметила, что я к зубному, да, захожу с улыбкой. Вот, не знаю почему-то. Она еще вышла там по каким-то делам, и потом возвращаюсь в кабинет, говорит, заходите. И так вот приятно, когда очень хорошие врачи. Все, мои хорошие, доброго-доброго утра. Ой, ну я смотрю, люди уже расчехлились, уже просто в кофтах ходят. Ну тепло-тепло, но я бы не рискнула, я хожу еще в куртке. В такой легкой, как бы весенней-осенней, но еще в курточке. Но можно уже ветровку доставать, конечно, замечаю, что жарковато. Все, мои хорошие, доброго-доброго-доброго утра. Извините, немножко как бы шепелявлю, потому что во рту пока еще такой заборчик. Немножко десны должны назад вернуться, встать. Вот. А то такое ощущение, как будто я и мой рот где-то отдельно. Вот. Так что пока.